идиллия. Марсик греется на солнышке. Вот он сидит. А Жорик вон навострил лыжи. Туда, на выход. Вон, видите, ворота, вон они. Вот он туда навострил свои лыжи. Потому что скоро его приедут забирать, и он уже туда смотрит. Вот. А Марсенчик греется на солнышке. Любит утром шерсть свою черненькую погреть. Ему хорошо так тогда. Он меня не видит. Ну, видит, но не очень, конечно. Я помашу ему ручкой. Марсик. Жорик. Утром обычно Виктория им дает завтрак. Бутербродик. Бутер – это масло, а брод – это хлеб. Получается бутерброд. Ну, она бывает за место масла колбаски дает. Бывает иногда. Когда как. Марсенчик, ну что ты такое? Замер, застыл. Что, Марсенчик? Запустить тебе? Заходи. И ты заходи. Заходи, чё дрожишь? Давай, быстрее. Иди. Ох, какой нерешительный. На кухню. Марсенчик, привет. Привет, Марсенчик. Сейчас присяду. Доброе утро. Не ешь мою кепку. Ну что ты? Как спал? Марсик, поприветствовал меня, поприветствовал и убежал. Там интереснее на кухне, там бутерброды. Марсик, а где Жорик? Что-то я его не вижу. Приехал с работы. Лирик, вот он. А где Жорик? Куда он делся? Марсенчик, Лирик, да ты не скажешь. Пойду искать этого Жорика. Он же перед отъездом, тут уже у них настроение. Вот, Жорик, а ты что тут делаешь? А? Ты уже все, лыжи навострил, тебя скоро заберут. Вещи собирает. Вещи собирает. Это он к хозяйке, значит, поближе к кухне, поближе к хозяйке. Чувствует, что скоро его заберут. И он тут уже приходит, ну, не то, что попрощаться, а как бы повидаться чаще. То они все время... С Марсиком бегает по саду, а тут уже вот ему хочется и прижаться к хозяйке, ну, пожаловаться, а может быть похвалиться, а может быть сказать ей спасибо, что все лето она его кормила, поила, одевала, обувала. Да? Жоржик. Жоржик. Ну что? А я ищу его, думаю, где он есть, а он, видишь, уже потихонечку собирается. А где же твой чемодан, Жоржик? Где его чемодан, Лик? В шифонере. В шифонере? Ну ладно. Ну пошел я тогда. Пойдем, Жоржик. А то там тебя этот Марсик ищет. Быстрее. Марсик по тебе соскучился. Нельзя же так бросать. Иди. Марсенчик, все, вот я привел тебе друга. Все. Радуйтесь. Гуляйте. Давай. А я пошел. Все, все, все. Вот они. Ну. И Марсик, наверное, чувствует, что Жорик уезжает скоро.
уже перестал драться, как-то стал его целовать в ушко, лизнет так, и уже к Марсику, к Жорику уже так лояльно стал относиться. Чувствует, наверное. Собаки все чувствуют. Ну ладно, пошел я ужинать на кухню. Жорик уже внутренне собрался. Краснодар. Уже они перестали драться с Марсиком. И Жорик частенько подбегает к воротам, нюхает, смотрит, ждет, когда его заберет Маша, его вторая хозяйка. Марсик, а ты что тут делаешь? Пока я там с Жориком разговариваю, открыл дверь, а он собрался куда-то со мной на работу, наверное, ехать. А я что-то разговариваю с Жориком, стою, любуюсь, вот у меня линкоранская акация цветет. Жоржик, ну что ты, все уже, лыжи навострил, скоро уезжаешь. Маша его берет с собой. Вчера на пикник брали его, катали. Жорка покоритель Кубани. Он довольный такой, сегодня приехал, лежит. И даже бегать неохота. Что, накормили тебя, видать, шашлыками, да? Жорик обычно стоит возле кухни, выпрашивает с утра, а сегодня даже не подошел к кухне. А ты, дорогой, а ты что сидишь? Тебя кто сюда пускал? Открыл дверь на секундочку. Я, чтобы проветрить машину, открыл, а он уже тут сидит. Зайчик мой. Ах ты ж, Марсенчик, ты что? Хочешь, чтобы я тебе... А это что такое за нападение? Ты-то что нападаешь отсюда? Я просто машину завел, а он уже тут прыгнул. Я же на работу еду, Марсенчик, вылазь. Давай. Ну давайте я прокачу 1 метр. А ты куда мочишься? У тебя своя машина есть. И что это значит? И как я поеду? Ой, вот команда. Вот команда. Не знаю, что с ними делать, мне лезут. Да подожди мне, да дай же мне на газ надавить. Вот так каждое утро у меня проблема. Стоит только открыть дверь, машина, тут же эти господа оккупируют. Да? Давай, сиди вот так. Не лезь. Ты-то, как же я поеду, под ногами сидишь. Вылазь как-нибудь, куда? Куда ты вылезешь? Давай. Щемится. Ладно, я вас прокачу. 1 метр. 1 метр. Сегодня погода хорошая. Скоро уже будем запускать ракету. Вон уже сегодня прохладненько. Жоржик. Ну вот я сейчас их немножко обману, как будто бы я проехал, и скажу, пусть вылазит. Все, господа, приехали. Я вас прокатил. Выходи. Так, и ты тоже. Давай, Марсик, вылазь, все уже. Марсенчик, вылазь, я приехал уже. Что тебе, особое приглашение? Ну, начинается. Теперь не выгонишь с машины. Я так каждое утро. Вылазь. Выходи, Марсик. Все, я приехал уже. Я тебя покатал. Мало ему. Быстро. Ну что, придется применять силу. Сила — это значит за шкирку брать. Отлавливать.
Сколько кого тут непослушных. И вытаскивать из машины за уши. Одного. И второго за уши. Вот так все. Приехали, господа. Безбилетники. Билеты надо покупать. А вы не купили билеты. А в машину прыгайте. Да, все. Закрыто. Они думали, что дверь открыта. Чтобы заскочили заново бы. Все. Пока. Так, господа, быстрее выходите. Только за шкирник. За шкирник. Тебя за шкирник спустили. Марсик, быстрее. Быстрее, Марсюнчик. И тебя за шкирник. И тебе за шкирник. Вот так только. Вот все. Все. Фух. Билеты надо покупать, господа. А вы что? Безбилетники. Все, пока. Пока. Все, пойду. Так, что я дом закрыл. Все. Лирик, пока. Я поехал на работу. Давайте. И ты тоже пока. Марсюнчик. Пока. Все. И ты, Жорик, пока. Все, пока, Жорик. О, здрасте. А ну-ка, ты уже тут. Вылазь. Забыл дверь закрыть. Так, ты отходи от машины. Отходи, сказал, от машины. Быстро, бегом. И ты отходи тоже. Бегом, отходи. Иди домой. Иди туда. Иди. Идите. Все. Пока. Лирик молодец он. Лежит в будочке. Все. Я поехал на работу. Сидеть тут. Не ходить за мной. Ну, никого нету. У меня уже дежавю. Сейчас, думаю, открою. Открою дверь. А тут опять сидят эти господа. Вон они. Все, пока. Пока. Фу. Трудно уехать на работу, когда тебя так провожают. Ну. Все, сейчас надо убедиться, что ворота закрыты. А то пока я туда-сюда, а эти господа уже будут тут на улице. И куда-нибудь рванут, герди. О, вон. Все, вижу. Вижу Марсика. Вижу Жорика. Человечество, привет! Поехал я на работу. Все, поехал.